Как известно, поручением главы государства были объявлены ударные 30 дней, в течение которых организованы рабочие группы по созданию необходимых условий для культивации, орошению и при необходимости борьбы с насекомыми-вредителями для повышения урожайности хлопчатника. Об агротехнической работе, проводимой в Джизахской области, наш следующий репортаж. Вот уже 3 года благодаря раздельному сбору хлопка сырца и хранению урожая в соответствии с международными стандартами данный кластер в Джизакской области показывает отличные результаты. Внедрение инноваций в этом процессе играет важную роль. В обществе с ограниченной ответственностью Симург кластер, специализирующимся на семеноводстве, создано 50 новых рабочих мест. В основном здесь трудоустроена местная молодежь. В эти дни в данном семеноводческом кластере проводятся мероприятия в рамках ударных 30 дней по выведению 3 видов семян хлопчатника, повышению урожайности и защите от различных вредителей. Мы работаем в основном с инновационными сортами. Один из таких – сорт «Зафар». Главное преимущество – скороспелость и качество волокна. Если мы освободим землю пораньше, то можно будет сеять и другие агрокультуры. К тому же данный сорт является и высокоурожайным. Наше семеноводческое хозяйство предоставляет выведенные инновационные сорта по всей республике. Сейчас большой интерес аграриев проявляется именно к этим сортам. Несмотря на то, что у нас всего лишь 200 гектаров земли, площади, благодаря инновационному подходу мы выращиваем 3 типа сортов на отведенных местах. В рамках ударных 30 дней по инициативе президента все специалисты отрасли в течение месяца трудятся над тем, чтобы повысить урожайность путем применения новых передовых агротехнических методов. Кластер подписал меморандумы с 5 научно-исследовательскими институтами, направленные на выведение новых сортов хлопчатника и повышение качества хлопка сырца. Впрочем, уже есть конкретные результаты. Кластеру удалось запатентовать 2 новых сорта. Здесь также широко внедряется капельное орошение. В совокупности это отражается и на экспортном потенциале мощности. Этот кластер использует зерно высокой генерации, выращенное элитными семеноводческими хозяйствами. Специалисты также работают над перспективными проектами по созданию оригинальных сортов и выращиванию тонковолокнистых сортов для современных текстильных кластеров. Если говорить о нашем кластере, то сегодня абсолютно все начали активно принимать участие в мероприятиях ударных 30 дней. Задача стоит конкретная – удвоить урожайность. По этой причине в течение месяца мы будем работать усердно в этом направлении. В будущем намерены расширить наш кластер и работать в сотрудничестве с учеными по выведению и распространению новых лицензионных сортов. Для достижения поставленных целей были завезены оборудование из Китая. Преимущество заключается в сушке и упаковке обработанного зерна и семян. Это сохраняет 99-100% освоения семян. Многопрофильное семеноводческое хозяйство уже 20 лет занимается выращиванием сортов высококачественного хлопка и зерна. Результатом этого являются созданные новые сорта и их высокая продуктивность.